Всем доброе утро, мои дорогие друзья. Всем хорошего, доброго дня. Всем доброе утро, дорогие друзья. Всем хорошего дня. Всем привет. Всем приятного аппетита. Да, сегодня у Акана выходной. Наш завтрак готов. Сегодня яйца мы... чистим. Да, Акан яйца чистит. А, яйца в смятку сегодня у нас. Мы будем кушать из новых тарелочек. Зачем? А? А зачем ты поменял? Нормально же, милый? Немножко еще чистить надо ее. Ничего, ничего, пускай нормально. Вот такие тарелочки, кто помнит, мы купили в одном из магазинов. Вот решили, мы сейчас их обкатаем. Яйцо стоит главное, да? Вот. Я, знаете, девчонки, боялась, что вот эта тарелочка сама будет большой. Да нет? Ну, если маленький размер яйца, конечно, он будет маленький. А так вот нормально, все, стоит. Да. Сюда можно мусор. А у нас вот кто не знает, до этого были вот такие. Можно это. Да, были вот такие стаканчики. Сейчас посмотрим, какой удобно. Ну, смотрится так красиво, да, как цветочки. Ой, я сказала вам, нет, пожелала приятного аппетита. Всем приятного аппетита, кто в данный момент за столом. Заговорила Лиру, что-то я там видела. Лира у нас уже покушала. Кофе у меня варится. Так, вам погоду покажу. Ой, кажется, сегодня 33 или 34 градуса жары. Вот такая у нас сегодня погода. Всем приветики. Мы пошли с Аканом немножко прогуляться. Ой, какая жара. Время, конечно, у нас уже после обеда. Я взяла свой новый рюкзак, который связала. Ой, у меня здесь еще ведерко вот это. Это для огорода. Я сейчас специально взяла, в машине оставлю, чтобы не забыть, когда в огород поедем. В огород мы вечером поедем. Так, на плечо повесила просто. У рюкзака одна вот ручка упала. Я не привыкла вот так рюкзаки носить. Как-то мне не очень удобно. Наверное, к этому надо привыкнуть, да? Ну, ладно. Ой, ветерок. Жарко, жарко сейчас в каждом видео. Но жарко, девчонки. И ветер такой, знаете, здесь теплый. Куда мы пойдем? Так, такого особо нам ничего не надо. Просто прогуляемся. Знаете, нам надо купить еще этот... Я не знаю, как это называется, на кран, барашек, что ли. Вот. Я сегодня, когда душ принимала, закрывала горячий кран, и она у меня сломалась в руке. Представляете, ну, не в этой руке, вот в руке, которой я держу телефон, и я порезала ладонь. Вот, я не знаю, как пластик, но он такой тоненький, он у меня в руках сломался. Представляете, вот этот барашек, вот это надо нам купить. Ну ладно, все, Акан уже в машине, поехали с нами. Приехали на парковку, где мы всегда оставляем машину. Места-то здесь не найдешь. Смотрите, вот этот дом уже как построился. Уже фасад утеплили. А? Что, милый? Да, через два месяца, Акан говорит, готов примерно. Да, вон уже фасад утеплили. Здесь вон уже какой. Мы в огород пошли инжир кушать. Я уже смотрю, куда у меня Акан так направляется, прям напрямую. Все. Уже прямо дорога. Смотрите, уже наполовину высохшие есть. Почему никто не собирает? Так жалко. Да? Вон наполовину уже сохнет в такой жаре, господи. Вон наверху черные они, уже сухие, мне кажется. Я, конечно, слепуха. Вот с этой стороны. Смотри, милый, ты отсюда можешь взять. Вот здесь не очень высоко, здесь вот так. Вон, вон сколько, да? Ой, как жалко. Зачем его никто не собирает? Вон уже валяется много, упали. Они высохли. Вот и маленький тоже инжир. Какое шикарное дерево.
Видите? Видите оно, как сохнет уже в такую жару. Столько много валяется, да? Ой, как ты много взял, спасибо. Пошли. Так, куда мы сейчас идем? Давай пойдем. Даже не знаю. Отсюда пойдем тихонько. Если войти около. Дедушке зайдем, да? Да. И потом вот этот барашек. Ну, посмотрим. Нам вот главное вот этот барашек надо купить на кран. Вот видите, как я руку? Вот как раз я вот так закрывала. И он у меня в руках сломался. Такой тоненький пластик, как вообще острый такой. Я... Железный. Какой? Он не железный, милый. Это пластик такой. А как он может в руках у меня рассыпаться? Закрываю. Его недавно, я не знаю, давно или недавно, но несколько месяцев там прошло. Этот кран сломался, а кран купил вот этот барашек, вентиль, это как правильно называется, в магазине. И он два тогда покупал. Что-то мы второй не нашли. Не знаю, куда закинули. Вот. И что-то он как-то очень быстро сломался. Я прям удивилась. Ну, ладно. Ой, здесь хоть немножко тенек. Здесь женский фитнес-клуб. Я уже как-то показывала. Вот девушка вышла как раз. Что, милый? Вот эти на мотоциклах, вот в этих, на этих, да? Ой, как они опасно ездят. Как они опасно ездят, боже мой, вообще. Они же еще есть такие электрические, которые вообще беззвучные. Ой, смотри, розы из этого, из полиферного, как чего-то такого делают же, вот. Я тоже хотела так попробовать, но мы такого материала не нашли с Аканом. Здесь же еще нужен такой фен строительный нагревать. Может, из вас кто-то делает тоже такие красивые, да? Ой, вот светильники, наверное. У меня еще есть, я еще ее не съела. А вот строительный магазин здесь не продается? Здесь не надо, да. Не надо? Ну ладно. Немножко с вами здесь город вам покажу. Мы, конечно, в основном по одним и тем же местам гуляем. Ну ладно. Не все же смотрят видео подряд. Кто-то не был. Ой, это что такое? Персик такой? Вы видали такой персик? Мама мия! Такой большой. И вот это нектарин. Продают. 35 лир килограмм. Огородский же это, да, свой? Да. А. Он, наверное, один весит полкилограмма. Давай, ну да. Давай, давай. Кушай инжир. Давай, ладно, спасибо. Сейчас Акан купит этот. Шептали. О, ветер! Красота, девчонки! Вот когда от жары будешь умирать, сюда надо приходить. И тебя тут обдует. А это сколько стоит нектарин? Тоже 35 лир. Чё? Нут еще. Не важно, милый, мне все равно. Ага. Да, 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 микс сделай. Вон инжир. Крупный какой. Это он со своего огорода? Да. Это со своего огорода человек вот здесь на углу продает. Вот, свежатина. Вот. Вам немножко покажу.
Ветер, ветер, ты могуч. Туда улица, сюда улица, по краям везде магазины. Акан купил персики и нектарины. На 100 лир купил. Микс. Осторожно, вот эти мотоциклисты, боже мой. А сколько молодежи это умирают, девчонки, на этих мотоциклах. О, не так давно, вот в соседнем доме у нас тоже. Я тогда не знала, думаю, что там, праздник, что ли, или что. Потом Акану сказали, что там этот... Мальчик, 16 лет, да, или сколько ты сказал? 16. А? 16-летний разбился на скутере. Ну, на мотоцикл. А мотоцикл и скутер не одно и то же. Это кто там? Айва. Айва, девчонки, смотрите. Зима будет, да? Ты так думаешь? Смотрите, сколько айвы. Акан говорит, если много айвы, значит, зима будет суровая. Ну, посмотрим. Пусть немножко будет. Пусть нам немножко сопли поморозим. И дай бог, это вот снег не будет, дождь не будет. Очень плохо. Очень, да, засуха будет. Пускай немножко сопли поморозить тоже надо, девчонки. Зима должна быть зимой. Лето летом. Ой, у нас как-то здесь 2 года подряд, да? Снег был, сугробы, мороз. Вот зима зимой была. Мы даже с Аканом снеговики лепили. У меня есть этот видео. Вот и в том году, в позапрошлом году, не холодная была, да? Это вот вообще снег не было. В этом году, ой, вообще снега не было. Да, так, чуть-чуть что-то там по это. Ой, какой здесь ветер. Ну и такой кнопик, да? Такая маленькая машинка. Это стоянка, вот. Узнаете, наверное, некоторые из вас. Отсюда ходим. Магазин Эльси Вайкики. Вот сюда мы вышли. Это центральная улица. Вы знаете, я хочу к этому магазин рукоделия к дедушке. Я хочу купить небольшую застежку на мою первую сумку, которую я купила. Там у меня магнит, я его заказывала на Трендиоле. Он расстегивается. Вот скидка Лабутены, вон 250 лир, вот всякие такие босоножки золотые. Они тоже 250 лир, что ли? Я на таких каблуках ходить никогда не ходила, и я не могу на них даже ходить. Куда эти деньги? 250 лир, девчонки. Красота. Кто любит куда-нибудь на торжество. Беленький на каждый день можно, если кто любит ходить. Вот серебро, золото. Очень даже симпатичный. Так, а мы к дедушке пошли. Вот такие лабутены по 100 лир. Ой, очки у меня. О, здесь рядом фотограф. А я сюда даже никогда внимания не обратила. Мираба? Мираба, очка один. Хош булдук. Все, дедушка там сидит, сейчас он придет. Опять вернулись, но мы вышли, я купила магнит. Хотела маленькую застежку купить, нету, я магнит купила. Тот магнит не держит, вот. Все босоножки по 250 лир.
Вот, пожалуйста. Ой, мягкая, мягкая, такая приятная. Здесь 500 лир. Вот. Выбирайте. Какой кому что нравится. Вон сколько босоножек. Многие покупали, наверное. Сейчас, считай, свадьбы, все. Сейчас заканчивается уже, наверное, свадебные всякие торжества. Вон. Люди-то покупают. Да, ну, я не, кто любит, конечно. Я никогда не ходила на таких высоких каблуках. Я и ходить на них не умею. Все, туда уж не пойдем. Вот, пошли. Сейчас нам надо. И вон какие. Вот. Вокруг ноги, наверное, это шнурок. Сейчас куда пойдем? Давай. Какой магазин? Метрополь пойдем. Метрополь пойдем. Это у нас центр. Центральная мечеть. Вот. Что здесь, кафе? Кафе сделали, вот. Здесь что было-то? Золотой магазин, доллар, курс. Не... Банк не было здесь? Не банк, не было. Вот смотрите, вот кафе. Да, вот кафе, открытое окно. Красота. Да, место. Это памятник Ататюрку. Вот русский. Да? Чего русский? Это румотоцкий. А, иж Юпитер 5. Как там? Или что там такое? Вот. Мы пришли в Метрополь. Ну, там музыка. Музыка сейчас. Ага. В магазин вкусняшек заходили. Дай, пожалуйста. Вот купили микс вот таких конфет. Разный-разный. Там 109 килограмм было. Тут. И мы думали, что килограмм взяли. Чуть больше полкило. Разных набрали. Посмотрим, вкусно или нет. Да, шоколадные написано. Посмотрим. Так. В этот магазин мы в Метрополь зашли. Там нам не понравилось. Что, до Шаханэ-Базар давай прогуляемся. А? Давно там не были. Ой, здесь тоже ветер. Шаханэ-Базар мы сейчас пойдем. На машине хочешь? Пешком пойдем. Зачем это жарко было? Ну, хочешь на машине тогда? Ну, так он сказал, на машине. Пошли к машине. Здесь где-то рядом мосту один, да? Зайдем или в другом месте зайдем? У меня это растворимый кофе мало осталось. Поэтому, ой, вышли кофе купить. А, басту один надо левее. Ну ладно, мы еще зайдем, еще же арбуз. А ты арбуз где хотел купить? Там у нас место есть, помидорный арбуз всегда. А, туда хотел. Ладно. А, мы уже возле Шаханэ-Базар, там есть и А101, и БИМ. Как раз туда зайдем. Мы сегодня посмотрели, да, сколько стоит доллар в Турции. 34 лиры. Да, полетел. Кто его знает, к Новому году, может быть, все 40 лир будет. Да, так в таком темпе. И 40 лир будет доллар. Саталек. Вот магазин продается. Со всем товаром, наверное. Нет, пустой. А? А там товар внутри? Иногда здесь, знаете, продается он как не магазин сам, а вот товар, что там внутри есть. Человек, если арендует этот магазин, он этот, кто захочет купить, он покупает весь товар, что там в магазине. Все, он заселяется, как говорится, становится хозяином магазина. Ну, аренду, конечно, оплачивает за магазин. И все.
Что там сзади машина? Милый, ты меня прям на дорогу толкаешь. Машина уже привозит тебя. Ага. Ты мне нужен. А, я тебе нужен, да? Я ему еще нужен, девчонки. Вот он говорит, ты мне нужен. Бережет меня, чтобы машина не задавила. Ты мне нужен, говорит. Вот так вот. Ой. Жарко так. Жарко. Зачем? Очень, очень жарко, очень жарко. Я даже вот 33 или 34 градуса. Ой, боже мой. До этого вот 38-39 было. Я выглядывала с балкона. У нас, конечно, район и так немноголюдный, а тут вообще тишина, вообще никого не было. Представляешь, в такую жару, если будет Рамазан? А? Ой, вот я когда сюда приехала... Не надо так до дома. Да, вот я когда сюда приехала, девчонки, да? Ой, такое жаркое лето было. И как раз Рамазан был летом. 41 градусов, я как-то рассказывала. Акан меня еще, я тоже как бы... Ну, попробовала, решила попробовать, что такое этот Рамазан уж этот. Уразу вместе с Аканом, как в поддержку. Ну, я долго не держала, там, может, с полмесяца. И тут 41 градус в жара. Мы поехали в Амасию. Акан меня в горы потащил. Вот. Акан меня в горы потащил. Я рассказывала. Ой, вы знаете, потом мама его отругала. Ты, говорит, куда ее потащил в такую жару? Люди, кто уразу держит из дома, носа не показывают в жару. Вообще сидят, на улицу не выходят, потому что же очень жарко, пить охота. Акан меня хотел показать. Что там мужик этот сказал? О чем? Да только не возьми, что вы. Эльморк пока нам не нужен. Когда нужен. Смотри, виноград. Ой, виноград. Вон виноград, видите? Мы тоже хотели в огород вот так это посадить, чтобы он по забору вился. Ладно, не все сразу. Посадим, дай бог. Видите, не успеваем просто иногда. Акан работает, выходных нету. И как бы всему же свое время. Время посадки тоже есть. И хоп, и мы там опаздываем, или уже время там прошло, все такое. Посадим, дай бог. Тоже какой-нибудь вкусный сорт купим и посадим. Все, к машине подошли. Шаханый базар, на машине поедем. Они так, знаете, подъезжают, прям останавливаются чуть ли не возле твоей машины. Так это опасно. Все. Я уже, знаете, я уже Акану говорю. Я говорю, давай этот вентиль купим и домой. Я жару же вообще не выношу. Ой, господи. Все. Господи, пойдем. Да, и до вечера. А вечером мы в огород поливать. Все, меня уже стало тошнить. Вот. Кто жару не выносит, тоже, девчонки. Все. Я еще так специально оделась, все широкое надела, чтобы это воздух везде был. А как смеется? Что ты смеешься надо мной? А? Вообще тебе жарко не идет. Не могу. А ты сам тоже иногда. Жарко, жарко. Я говорю, ты здесь родился, говорю. Ты привык к такому климату, а я нет. Я не привыкла. Зимой нам холодно, девчонки. Летом нам жарко, да не угодишь. Лето на то оно и лето, чтобы быть жарким. Ой. Ну, сегодня движуха, прям как это, как будто выходной какой-то. Много. Много гостей, да, да, да. Гостей. Лето же, лето. Будет. Закрой, да. Все, скоро. Скоро учебный год начнется. Это то все. Люди будут разъезжаться по домам, по странам. Из Германии здесь очень много. Вон машины видно. Германия, Швейцария, да. Везде. Австрия, везде Европа. Да, да.
очень много машин. Вон, вон сколько. Не видно, наверное, девчонки, сколько домов он строится, сколько домов строится. Вот здесь только сколько, 3 или 4 дома, я посчитала. Строится и строится дома. Строится и строится. Цены снизились бы, да? Цены снизились бы, конечно. Но не знаю. Светофор поймали. Все, что нам надо было, мы купили. И арбуз здесь вас один, Акан хотел в другом месте. Знаете, что тут еще? Мы до этого заходили в один, вот сюда, в эко-магазин. Вот купили. Не кран уже, а просто вот эту штучку Акан купил. Она же просто вот эта штука у нас поломалась. И смотрите, иголки. Вот такие пластиковые. А я на трендиоле все это смотрю на них, думаю, надо купить, надо купить. Одна штука 2,5 лиры. Вот две штуки сразу купила. Так, все. Ну, до дома, до хаты сейчас. Поехали домой. Дорогие мои, мы приехали до дома, до хаты. С вами мы будем прощаться. А как сейчас? А когда в огород поедем, я начну другое видео. Вот, я так решила. Не хочу растягивать видео. Наверх смотрю, раньше Лира нас это встречала, а сейчас нет. А ты зачем у меня пакет-то взял? И арбуз тащит, и пакеты у меня этот забрал с этими, с фруктами. Вот. Милый, я болтаю, попрощаться. Он ждал, ждал. Дорогие мои, всем огромное спасибо, кто провел это время вместе с нами. Я вас всех целую и обнимаю. Всем пока-пока. Кто-нибудь мне напишет, Татьяна, Акану тяжело. Вот такая я болтушка. Пока-пока, дорогие мои.